Герои неба. Александр Новиков, дважды Герой Советского Союза. Первый в СССР маршал авиации. Новиков начал службу в 1933 году. Спустя 7 лет возглавил воздушные силы Ленинградского военного округа. В первые дни войны руководил крупной операцией – воздушной атакой на аэродромы Финляндии. Энергичные действия нашей авиации помогли сорвать гитлеровский план захвата Ленинграда. В апреле 42-го генерал Новиков назначен командующим советских ВВС. Успешно координировал боевые действия в ключевых операциях Красной Армии во второй половине войны. Под его руководством советская авиация добилась господства в воздухе. Это стало одним из ключевых факторов победы. В марте 46-го был арестован по ложным обвинениям. Полностью реабилитирован спустя 7 лет. Впоследствии вновь занимал высшие командные должности. Имя Новикова носят улицы нескольких российских городов. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.